Давай. Бигуди большого диаметра придают тонким волосам. Бигуди меньшего диаметра помогут создать эффект мелочи диаметра. Вставай, сказала, быстро. Лёш, вставай. Лёша, поднимайся. Лёха, скутер украли! Да, дрон, их надо поджечь. Как украли? Вставай быстро, уже 15 минут. Опять в школу опоздаешь. Быстро, я сказала. Вставай! Современные модели терно-бигуди покрыты ребристым каучуком. Тема сегодняшнего урока – одночлены. Арифметические операции над одночленами. Приведение одночленов к стандартному виду. Так, для тех, кто проспал, напоминаю. Одночлен – это произведение двух или нескольких сомножителей, в которых либо число, либо буква, либо буквенная степень есть одночлен. Понятно? Итак, приступим к задаче. Приводим такие одночлены к стандартному виду. Первый одночлен. 1,2 а в квадрате б 5 б. Значит, второй. 2,5 b в квадрате 5 в кубе. Значит, а, b, 4, а в квадрате 5, а в кубе. Так, третий одночлен. 1,2 а в квадрате b. И последний одночлен 7. Так, напоминаю, что вот эти одночлены надо будет привести к стандартному виду и высчитать одинаковую буквенную степень. Итак, к стандартному виду. Значит, вот стандартный вид. Вот коэффициент, вот буквенная часть. 2,5 умножить на 5 получаем 12,5. Вот этот одночлен. И вот этот одночлен.
Вася, ластик принес? Вот этот одночлен и вот этот одночлен имеют одинаковую буквенную степень. Других одночленов нет. А у нас девочка вышла замуж в 9 классе. Ну, у меня вообще... Бобец пошел. Жвачку вот эту розовую. Чупа-чупс. И 3 синих тоника. 18 есть? Не, ну нормально. А что, не видно? Паспорт. Не, ну нормально, девушка. Куда я тут его уберу-то, а? Не подскажете? В трусы, блин, прости господи. Людочка, солнышко, здравствуй! Господи, как же вы мне все надоели, а? Все под контролем. Нам пачку больших семечек и пиво, 9. Спасибо. Тёть, это же нулевка. Безалкогольная. Да, дядь, нулевка. Ну, а мы 9 просили. И чё? Ну... Меня папа попросил просто. Так, чешите отсюда. Сейчас Замира позову. Вам что? А что за ножичка? Чё грустишь? Улыбнись. Привет. Привет. Ты звонил мне? Конечно. Целый день. Я знаю. Ага. Ты больной, что ли, слушай? Да, чувачка. Что это за фигня? Ты ничего не стреляешь своими. Тогда банку отдай. Телефончик.
Отдай. Кого ты смс-ки ждешь? Тихо. Жду. Не от тебя. Твое не бери. Мое я хочу беру. Тогда отдай мне. Банку дай. Отдай. На. А? Это волк. Да. А этих знаешь? Нет. Походу, они из 201-й. Люто. Да. Отвали. Они, походу, на драку пошли. На какую? С нашими? Походу, да. Нежная. Кто? В розовом. Розовый? Цвет непостоянности. Не смотри. Голова закружится. Переключи, пожалуйста. Ма, ну что тут такого? Ничего, Лёша, просто переключи. Стефания, нам надо расставить все точки над «и». Ага, оставь, оставь. Степан, ну ты же знаешь, я замужем за Владимиром. Мне не важно, Стефания, я готов на все ради твоей любви. Что мне Владимир? Он отнял мой бизнес. Он мой враг. Стоять. Иди сюда. Стефания, я не могу больше жить без тебя. Поближе иди сюда. Степан, вспомни Пушкина. Но я держи. Другому отдана, я буду век ему верна. Ага, давай иди. Стефания.
если бабы рядом нет. Ты всегда спокоен и весел. Она не скажет «хватит», она не скажет «нет». И не будет в мире грустных песен. Нет, бабы, нет слез. Нет, бабы, нет слез. Нет, бабы, нет слез. Нет, бабы, нет слез. Лёш, я вот пришла с тобой поговорить. Часто говорят, что в жизни надо все попробовать. Я с этим не согласна. Все, да не все. Ты мальчик уже взрослый. Я это понимаю. Это пора бы тебе знать некоторые вещи. Я вот решила с тобой поговорить о трех важных очень вещах. Об алкоголе, о наркотиках. Я о женщинах. Лёшенька, ты мальчик у меня взрослый, да, наверное, тебе кто-то нравится. Но ты как бы не торопись трогать их. Лёш, ты меня что, сейчас не слушал? Нет, почему? Я слушал тебя, там тихо играет. Подожди, а почему говоришь, что будешь? Что буду? Лазить. Где лазить? По всяким сайтам. Каким сайтам? Всяким. Сам знаешь, каким. Попорно. Нет, мам, я не буду. Хотелось бы верить. Все. Пойду я. Привет, а я Лёша. А тебя как зовут? Вика, да? Ну вот такой я маг-волшебник. Ну да, ясновидящий. Да нет, шутка такая, я тебя тут ВКонтакте пробил. Вот так и нашел. Ты не удивляйся, что я подошел к тебе, я тебя специально тут ждал. Так прикинул, решил, что ты меня тут увидишь. Ты же из 201-й, да? Ну да, это я тоже ВКонтакте нашел. Я из 37-й. Ну да, мы типа с тобой враги. Ну да, можем помахаться. Ну да. Угу. Да. Прикольно. Слушай, а вечером сегодня ты свободна? Ну, я думал там погулять там вместе, не знаю, встретиться, просто куда-нибудь сходить. Ага. О, вообще здорово.
Да, давай, я сейчас запишу. Ну все, хорошо, но ведь я тогда позвоню сегодня. Давай, пока. Они взяли и дождали, когда там, короче, вернули права. Лёш, привет. Вот, познакомься, это наш дядь Валера. Он у нас в отделении лежал, а сегодня он, выписался. Вот. Отмечаем, что ли? Не знаю, вот так вот. Ага. Приветствую. Здравствуйте. Валера. Лёш. Это тебе? Машинка. Машинка желтая. Спасибо сказать. Да ладно. Спасибо. Иду. Так, ну что? Что, есть с нами будешь? Я не буду. Не будешь? Я тебе хочешь сок налью? Не, я к себе пойду. Что? К себе так к себе. Это сын мой. Лёша. Ладно, я тут. Сейчас я на секунду. Я сейчас вернусь. Продела, не сегодня улыбаться. Продела, не сегодня расслабляться. Продела.
Лёш. Лёша. Лёша. Ну чё? Ты себя плохо чувствуешь? Нет. А ты не заболел? Ты не заболел. Лёш, скажи мне, ты... Ну, ты же не будешь против, если там дядя Валера с нами еще немного посидит там? Лёша. Да мне-то что? Делайте, что хотите. Встретимся там в другой раз. Конечно. Пожалуйста. Да? Ну, что ж ты не тянешь к себе. У меня там ребенок. А ребенок то спит уже? Да? Он не спит еще, он ходит туда-сюда. Не надо. Валер, не надо. Иди, я тебя очень прошу. Ну, давай в другой раз. Давай так, в какой другой раз? Валер, я тебя очень прошу. Ну, не надо, пожалуйста. Валер, ну, я тебя очень прошу. Давай корзиночки лучше покушаешь, чем попьешь. Я потом покушаю корзиночки. Я тебя очень прошу. Валер, не надо. Дай месяц уже. Валер, послушай меня. Валер, Валер, я тебя прошу, пожалуйста. Валер, Валер! Держи. Задроты, вы что, страх потеряли? В девушке главное это глаза. Если кто против, то я лично за. Ноги должны быть Италия. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Ну, и так и далее. Здрасте. Здрасте. Привет, Вика. Я Лёша. Я тут специально тебя жду. Хотел с тобой познакомиться. Ты давно мне очень нравишься. Я хотел, чтобы мы встретились, там, гуляли.
пойду. Нет, это не может быть. Они должны же знать, как мне хочется танцевать. Как я отлично танцую, и как весело будет танцеваться. Позвольте вас познакомить с моей дочерью. Я имею удовольствие быть знакомым, если кофе не помнит меня. Разрешите предложить тур вальса. Thank you.
Пойдем, выйдем. Там Вика тебя зовет. Хочешь с тобой поговорить. Пойдем. Слушай, а тебя как зовут-то? Леша. А, ясно. А ты из какой школы? Из 37-й. А, ну теперь понятно. Что понятно? Да ничего. Вон. Подошел. Что? Что ты сказал? Ты же два слова связать не можешь. У тебя язык заплетает. Кто не пил? Что не пил? Что ты сейчас сказал? Кто? Кто? Ты два слова связать не можешь! Опять нажрался! Кто не пил? Кто не пил? Твоего сына! Сына твоего всего избили! Он весь в крови! На нем живого места нет, а не от лица! Ты меня слышишь? Они от лица от него ничего, ничего не оставили! Я тебя ненавижу, ненавижу! На, пообщайся с своим папашей! Алло. Да, привет, пап. Да не, все нормально. Нет, ты что, маму преувеличивает? Нет, все правда нормально, пап. Ну да. Ну так, да, чуть потолкались. Угу. Нет, пап, ты что? Нет, пап, пожалуйста, не надо никуда ходить, я тебя прошу. Не надо, нет, пап, я все сам улажу, хорошо? Нет, пожалуйста. Не надо, нет, нет, пап, не надо. Я сам все улажу. Я разберусь, пап. Да. Хорошо. Все, звони, да. Угу. Да, все, давай, пап, пока. У тебя голова не кружится? Нет. Точно? Точно. Хорошо, скотина. Сколько раз я тебя просила, убирай свои вещи на место! Сколько раз я просила, убирай белье в диван! Сколько раз! Что трудно взять просто и убрать? Все. Лишь чтоб больше этого хлама здесь не было, иначе все выкину к чертовой матери и проводки твои не забуду. Ты меня понял? Yeah.
Ну чё, может, позовем его? Да посол он. Смотри. Заметят. Ну и что? Мы хотим извиниться, что так все получилось. Просто понимаешь, ну мы как бы реально не хотели, чтобы так все вышло. Потому что мы не могли не позвать вас, понимаешь? Там Волков, короче, он сказал, и ну, ему нельзя отказать. У нас как бы проблемы будут. Вот. Ты вот это передай Лёше. Вот. И скажи, что Вика сказала, что типа, ну, как, что если типа он хочет, то ну, мы бы могли все вместе там затусить, и что. Ну, она реально извиняется, потому что, блин, ну мы не хотели, правда, чтобы, короче, так все получилось. Вот. Так, короче. Ну, а ты чего молчишь-то? Блин, бедненький. Да! Да! Чувак! Да! Камера. Раз, два, начали! Нет, 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 прошу вас, умоляю, пожалуйста! Не надо! Не надо! What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. Давай. I want you to notice. Давай. You're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep. You happy, whatever. Ерешка, как моя бабушка. You're so motherfucking special. I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing? Ты что, гучераш? Нет. Да это реально гучераш. Да это реально не гучераш. Да что ты мне рассказываешь, блин, я же знаю.
Это подделка под Gucci Rush. Очень крутая. Блин, это реально не Gucci Rush. Я тебя провожу. Ты что, не надо, я сама. Сама? Съела сама. Правда, не надо, там наверняка волков. Заяц волк. Сейчас, подожди.
Вот видишь, никого нет. Опа. О, Супермен. Ромео. Куда? Да! Можно он к нам ненадолго зайдет? Здрасте. Ты на часы это смотрела? Здрасте. Здравствуй. Ну, папочка, он ненадолго. Просто так получилось. Спасибо, папочка. Не все, конечно, у Спартака получается, но до ударов дело доходит. Урада. Вот Мусы зависит очень много в том плане. Папочка. Муса помогал обороне отдышаться. Вот за мячи, которые. А можно мы ко мне в комнату пойдем? И просто давать передышку. Ну, мы на полчаса и все. Длинный перевод на Конду. И опять точно. Конду. Ну, просто так получилось. Тошич, Тошич. Пошел в середину, Тошич. Здесь есть свободное пространство. Ну, пошли. Тошич. Где же Щенников не подключается. Цубер. Сам пошел Цубер на вираже, пытаясь обойти. Хороший пас. И момент у ЦСКА. И блестяще сыграл. Проходи. И жрать пора рожать. Класс, ты нарисовала? Подруга. Но все равно класс. Это типа кот ученый? Типа. Типа. Классная фотка. Красиво у тебя тут. Слушай, а чего у вас везде пазлы висят? У папы хоббит такое. Он после работы так стресс снимает. Папа хоббит? Нет. Прости. Ничего. А где он работает? В тюрьме. Где? В тюрьме. Только не надзирателем там каким-то, а поваром. Он повар только в тюрьме. Ясно, понятно. Нет, он правда такой хороший, добрый. Просто у него работа нервная. Папа как папа.
А твой отец чем занимается? Мой? Он часто работу меняет. Вот. Он то на крупную фирму работает, то не на крупную. Вот. Всякие командировки там, прочее. Вот. Слушай, честно говоря, я не знаю вообще, где он работает и вообще, где он сейчас находится. Мы не живем, короче, с ним. Прости, я не знала. Да не, ничего такого. Дело житейское. Слушай, я пойду, наверное. Куда? Домой пора. Да и вообще поздно уже. Твои вон недовольны. Да ничего страшного. Правда, все нормально. Нет, слушай, я правда пойду. А как же Волков? Да ладно, нормально все. Как хочешь. Прости, но правда пора. Да нет, иди, конечно. Папочка, Леша уже уходит. Я его до лифта провожу. Недолго. До свидания. Я на минутку. Да, хорошо. До свидания. До свидания, Леш. Приходи к нам. Подожди меня здесь. Я наверх. Почему наверх? А я пройду через крышу и выйду из другого подъезда. А они там ждут. Это не опасно? Да не особо. Ну, я пошел. Иди. Это все неправда. Я знаю. Обними меня.
Надо идти. Опа. Ну чё, Супермен, чай, кофе, потанцуем? Ромео. Что происходит? Ничего. Уверен? Да, общаемся. Ладно. Ну что, пообщаемся? Ладно, пойдем. Дай ему мопед. Почему? Отдай, тебе говорю. Смотри, какой лось вообще. Леша, а ты девок-то щупаешь, а? Ой, ё-моё. Ну, тетя Свет, ну. Свет, тебя прошу, пожалуйста, все. А чего? А чего он уже взрослый? Леша, ну ты щупаешь девок-то, а? Щупаешь? Нет.
Щупаешь дело, да? Не щупаю я никого. Да щупаю. Смотри, он уже щупает. Смотри, щупает. У парня уже все выросло. Все, скоро из дома уйдет. Уйдет. А что? Вот какая-нибудь, знаешь, какая-нибудь шлюшка. Так, Свет! Все, хватит, иди. Пошел к себе в комнату. Ты есть хочешь? Да. Принесу тебя туда, иди. Свет, ты мне скажи, совсем сдурела уже? Они все одинаковые. Ну что большие, что вон шпенделем. А, подрастет, таким же станет. Эх, Людка, вот никогда ты ничего в мужиках не понимала. Люд. Чё? Ну что такое? А может, тебя кто сглазил, а? Вот. Стой. Вот он здесь, я чувствую, от него исходит. Так, пошли. Куда? Ковер снимать. Зачем? Мужа хочешь? Хочу. Вперед. Иду. Приготовились. На счет три. Раз, два, три. Бросай! Вперед! Плюй! Сильнее плюй! Молодец! Отходим! Так, держи, мать! Глаз, уйди от нас. Остановись-то, бэби. Вот, вот он. Вот, смотри. Смотри, видишь? Видишь, черный пошел. Вот. Вот он с глаз выходит. Ты видишь? Вижу. Видишь? О, я же говорила. Что, херняшки, валим? Мам. Пойдем домой. Подожди, я хочу погреться. Мам, дома погреемся. Пойдем домой. Пойдем. Ладно, так просто. Пойдем. Так все просто. Я поверила себе, но ты спросил у лица, что я. Ча-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Happy birthday, sweet 16. Ча-ла-ла-ла. Happy birthday, sweet 16. Tonight's the night I've waited for. Because you're not a baby.
since you've grown up, your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. If I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You've turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Happy birthday, sweet 16. Це жаровня. О, мамина комната. Красиво. Ну, вот моя комната. А что это такое? А, здесь ковер раньше висел. Куда он делся? Мам в химчистку отдала. Красиво получилось. Да, она тоже так сказала. Класс! Это ты сам сделал? Нет, с пацанами. Все равно очень-очень классно. Спасибо. Алексей, вы еще и барабанщик. Я? Боже упаси, да мне на бейсбольный бит не хватило. Ха-ха-ха-ха. Прости. А можно еще раз? Можно. Прости. Ничего, я уже привык. Привык? Да. Что это такое? О, он сломался. Он не сломан! Прости, пожалуйста. Ну, он просто так лучше работает. Все. Не, правда, прости, ну. Все, все хорошо. Хорошо, ладно, я не трогаю. Долго объяснять, правда, прости. Классик. Все проводки попут. Брат. Это фильм? Да. А ты что, не смотрела? Да это же самый офигительный фильм, который только может быть, ну, я не знаю, мой самый любимый. Он взял в себя все, вот, ну, как, это и комедия, и боевик, там, ну, главный герой, он бездомному помогает, ну, я могу еще кучу жанров перечислять, но я не знаю, то есть, ну, хочешь, я покажу его? Да, давай. Классный фильм, тебе понравится, там, прям все подобрали, класс. А это что такое? Не трогай! Неинтересная книга, не понравится тебе. Там автор такой немного. Вот это можно взять? Вот это можно взять. Ура!
Так-так. Это нападение. Мы хотим есть. Нам нужно больше болтиков. Нам нужны болты. Нет, ну вот, ешьте, 4 вам. Еще. Нам нужно больше болтов. Нет. Мы инопланетные существа, инопланетный разум. Тут граница. Болтики. Нет, тут граница, все. Больше болтиков. Это произведение искусства, это нельзя трогать. Вот есть болтики, ну не надо эти штучки. Они беззащитны. Атакуем, атакуем. Мы хотим есть очень вкусные винтики. Вкус стали во рту. Еще. Еще больше винтиков. Выпить хочешь? Хочу. Та-да! О, как ты подготовился. Слушай. Спасибо. Открывать? Ну, открывай. Стаканчики. Вишневый ликер. И малиновый пирог. Да, поляна. За что будем пить? За вечер. Ну, это прям как дяди и тети какие-то. Ну, тогда просто. Просто пеликосты. Ну, да. Сладенький. До дна. Ну-ну. Вкусненькая. Что делать будем? Смотри, что у меня есть. Что-то жарко стало. Я брошу. Это отцовский. Прикинь, ему 20 лет. Это первый советский магнитофон. Это кассетник? Да. А куда кассеты вставляют? Сюда, что ли? Класс. Смотри, что я еще нашел. Кассеты. Смотри, как раньше кассеты делали. Sony SH-90. Там еще сзади были подписаны как. Все от руки. Эммануэля. Ромео и Джульетта. Yesterday. Музыка для любовных утех. Каких утех? Любовных. Часов. Для любовных часов. Ну. Ну, ты меня не так поняла. Я вообще тебе хотел сейчас другое сказать. Блин, при чем тут вообще это? Да ты меня вообще сбил. Ну, ладно, все, проехали. Короче, сейчас ты все поймешь. Встань. Так, читай. Так, стой здесь. Встань. Сейчас. Сейчас ты все поймешь. Ну и? Сейчас. Осталось
Можно. Ну ладно. Так уж и будь. Ого. Так. Обалдеть. Так, значит. Что это у нас? Ликерчик. Боже мой. Мягкое послевкусие. Обалдеть. Малинка. Кого-то это мне напоминает. Конечно же. Копия просто. Копия. Сейчас я тебе устрою послевкусие.
Прости. Лёша. 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 Там, кажется, твоя мама пришла. Ушла. Thank you.
Ну что, мама? Ну, все же хорошо. Классный. Как в фильме. Мы пьяные от водки, мы пьяные близняшки, мы пьяные погодки, мы пьяные сестрички, мы пьяные братья. Ты пьян до безобразия, и точно так же я. Мы пьяные, мы пьяные.